за хорошо охраняемыми стенами Белого дома все сошли с ума. Совсем недавно администрация Байдена объявила, что биологический мужчина, который носит платье, отныне женщина-адмирал. И потом они поручили этой храброй женщине-адмиралу выступить с речью, словно взятой из документального фильма о высадке союзников в Нормандии. Смотрите. «Для меня большая честь вступить в ряды мужчин и женщин нашей великой страны, которые взяли на себя обязательство защищать Соединенные Штаты от малых и больших, известных и неизвестных угроз. Для меня честь служить первым четырехзвездным офицером-женщиной в корпусе службы общественного здравоохранения США». Они хотят, чтобы мы поверили в то, что это не смешно, но простите, это смешно. Извините, я не собираюсь подыгрывать. Но они не считают происходящее смешным, и поэтому начинаешь задаваться вопросом, сколько времени пройдет, прежде чем Джо Байден назначит своего коня в Верховный суд США. И когда он это сделает, как скоро CNN проинформирует нас о переломном моменте для прав лошадей? И не смейте смеяться, это будет преступлением на почве ненависти.